Олег! Малака! Это же хозяин орла! Подрос со времен Кефалинии. А ты постарел, Фотий, дыхание пса. Последний раз, когда мы виделись, я поджег твой корабль. Корабль и бороду. К счастью, я почти ушел на покой. Здесь люди платят наемникам больше, чем на Кефалинии. Конечно. Больше, чем Маркос, как пить дать. Все платят больше, чем Маркос. Тебе повезло, что с ним работал я. Я сразу понял, что он паршивый плут. Теперь я беру что попроще. Сейчас, например, работаю стражником. Обычно это легко. Я тоже не прочь отдохнуть. Какой там отдых? Сегодня все как раньше. Работа оказалась непростой. Что-то случилось? Жрецы ограбили сокровищницу. Забрали сапфиры, подарок царя Фракии. Мерзавцы. Твой хозяин будет зол. Да, в отличие от тебя. Проучи этих мерзавцев. Найди их и сапфиры, и я заплачу тебе лучше, чем платят на Кефалинии. Значит, эти сапфиры очень ценные. Ах ты, отродье соленого слизня! Они уже у тебя, да? Давай сюда, и не смей отказываться от денег. Рад был увидеться, Фотий. Наслаждайся отдыхом. А ты молодостью. Не будь как я, облезлым морским волком. Мистий, ты услада для моих старческих глаз. Свежий, сильный. Я бы охотно купила твое тело, а не услуги. С возрастом все становится лучше. Даже ты. Оракул сказал мне, чтобы жить долго и счастливо, нужно быть молодой в душе. Ладно, ближе к делу. Помощь нужна мне больше, чем твое тело. Рад слышать. У Карагаса, моего мужа, трудности. Он не может утолить мою жажду утех. Думаю, никто не смог бы. У меня много любовников, но он мне дорог. Не описать, как мне хорошо с ним. И не надо. В молодости мы убегали в лес под луной, сбрасывали одежду и ласкали друг друга до рассвета. Наши стоны эхом разносились по долинам. Может, и я буду таким страстным. Сейчас во мне больше страсти, чем прежде. И что я могу сделать? Я узнала об эликсире, который дает тому, кто его выпил, силу и выносливость Эроса. Принеси ингредиенты, и я напою им своего мужа. Ладно, я помогу тебе. Только оставь свои ночные похождения при себе. У нас с Карагасом есть деньги. Для эликсира мне нужны мошонка медведя и язык оленя. О, и ничего больше? Я хорошо заплачу. Карагас тоже не останется в долгу.
поблизости есть медведи? Я слышала, крупный медведь облюбовал пещеру у святилища. Рядом водятся олени? Это Факида, здесь повсюду олени. Весьма странный эликсир. Как ты о нем узнала? Пифия рассказала мне о нем. Она мудра, я ведь не знала, что столкнусь с такой напастью. Я принесу ингредиенты. Хайре, чем наемник может тебе помочь? Я наложила проклятие на свинцовую табличку. Только все это напрасно. Убивают не чары, а сталь. Тот, кому я велю, должен умереть. Но мою табличку украли разбойники. Как мне завершить начатое? То есть нужно забрать это у разбойников? Да, вернуть любой ценой. Тебе сегодня везет. Я уже сделал все, что нужно. Да хранит тебя Зевс. Держи это тебе. Ты можешь начать новую жизнь в команде моего корабля. Идем со мной. Нам нужны такие люди. Ха, ты оказал мне услугу. Я верну тебе долг. Избавлю твой корабль от своей магии. Вы бы поладили с Варнавой.
Хайре, друг, нужна ли тебе помощь наемника? У последователей столько денег. Богачи жертвуют им, чтобы умилостивить Ареса. Все хотят, чтобы боги улыбались им. И какой нам толк от их улыбок? Драхмы нужны людям, богам они ни к чему. Хочешь, чтобы я дал тебе денег? Ты правильно все понимаешь. Забирай.
Здесь меня могут заметить. Я вижу. Никого не вижу.
Ну что, поехали. Я видел твое объявление. Чем помочь? Есть люди, не согласные с учениями философов. И они агрессивны. Насколько? А, грубость и оскорбление – часть жизни всякого философа. Но последователи Ареса видят в моем учении угрозу своей вере. Я боюсь покушений. И ты хочешь доверить защиту мне? Боги сжалились надо мной. О большем я и мечтать не мог. Тебя никто не тронет.
Я видел твое объявление на доске. Чем помочь? Есть люди, не согласны. Насколько? А, грубость. Хочешь доверить защиту мне? Ловишь на лет. Будь рядом. Идем. И как я здесь по поводу... Пока я рядом, тебя никто не тронет. Я видел твой... Ты ведь справ... Пока я рядом, тебя никто...
Наверняка есть охрана.
мне что-то мешает.
Thank you.